Добрый день, меня зовут Венер Фаритович. Сегодня рассмотрим задание 24 ЕГЭ по биологии 21 года. Работа по поиску и исправлению ошибок. Даны 7 предложений на конкретную тему реакции матричного типа, да, в данном случае. Надо найти 3 неверных и исправить. То есть не больше 3, то есть не 4 и так далее, и не меньше. Даже если вы что-то не знаете, лучше как бы какие-то 3 найти и исправить. Можно прочитать все, потом как бы искать такие наиболее явные, что ли, да, такие стопроцентные ошибки. Бывают варианты, когда, ну, как бы это как бы вскользь, вроде бы не точно, можно бы исправить, но обычно в ЕГЭ ставят в реальном, как бы такие железобетонные, что ли, да, ошибки, чтобы не было потом апелляции, да, каких-то скандалов и так далее. Ну ладно, смотрим. Первое. В матричных реакциях участвуют нуклеиновые кислоты. Ну, там участвуют не только кислоты, куча всего еще, да. Ну, как бы здесь же не утверждают, что только и никто иной, да. Поэтому это, может, не совсем точно, но не ошибка, да, по факту. Так, смотрим. Так, второе. Третье. Катализирует фермент протеиназа. Синтез РНК. Синтез РНК, там РНК полимераза. То есть можно прям РНК полимераза, это точный ответ, можно просто полимераза, это допускалось, либо даже синтетаза. Но в принципе РНК полимераза, ну, несложно, наверное, запомнить, да? Так, пишем. Так, второе верно. Через поры, да, выходят. Рибосомы соединяют, да. Из аминокислот, да. Здесь в шестом информационное, нет, но все виды РНК, в том числе транспортное, синтезируются на ДНК. Если это начало исправлять, но как бы желательно исправлять конец предложения. То есть смотрим, информационная РНК служит матрицей для синтеза белка. То есть РНК заменяем на белка, на белок. Можно, в принципе, оба варианта написать и начало исправить, но как бы обязательно должно быть исправление конца предложения. Так, и смотрим здесь последовательность, последовательность нуклеотидов, но в ДНК, да, информация как бы содержится, ну, либо в РНК, в крайнем случае, но не транспортный точно. Ну и смотрим. Вы пишете номер предложения и правильный вариант сразу. Полимераза. Белок, видите, здесь написали. И РНК. Ну, или ДНК, и то, и то. Ну, вот в таком ключе. В принципе, 24 задание и вторая часть, оно наиболее такое однозначное, точное, не допускающее там таких толкований противоречивых, да, как 25 или 26. Поэтому, как бы, это шанс получить максимальные 3 балла. Поэтому старайтесь, в новой версии вроде такое задание тоже остается. До свидания.